1000 лет назад, когда полубог Мауи украл сердце матери островов, проснулись монстры и пала тьма. Моана, океан выбрал тебя. Отправляйся за риф и спаси всех нас. Подарили мне! Мауи, многоликий, полубог ветров и морей, я... Герой молодых людей. Точнее, Мауи, что? Многоликий, полубог ветров и морей, герой молодых людей. Я перебил. Продолжай. Вперед. Я здесь, чтобы... Ну, конечно, конечно. Мауи всегда рад угодить своим почитателям. Ты сядешь в мою лодку. Ау! Я не отправлюсь к Тефите с малявкой. Эй! Не скучай! Океан мой большой друг. Ясно? Ну, пока. Да что такое? Путь к Тефите не близок и очень опасен. Ты что, боишься? Да ну! Спаси мир и станешь героем. Согласен? Думал, прокатит. Приехали, пираты. Вперед! Дротиком в самое мягкое место. С тобой, избранная. На бульон. Он намного глубже, чем кажется. Яху! Дисней представляет Моана. И приземлился он удачно. А? В кино с 1 декабря. Счастливо оставаться! Полный! Вперед! Нет! Стой! Эй! Ты должен вернуть сердце! Вот это уже сюрприз. Я Моана из Мотонуи. Это моя лодка. И ты отправишься со мной! Все, ладно. Пора двигать. И опять она. Я Моана из Мотонуи. Значит, Моана. Так? Да. И ты возьмешь и вернешь сердце. Ладно, я отчалил. Эй, ну сколько можно? В картине Моана мы увидим фантастические, красочные Тихоокеанские острова. Удивительно, как глубоко Моана связана с полинезийской культурой. Мы знали, как важно посетить эти места, и мы отправились на Тихоокеанские острова на встречу с экспертами. Очень здорово, что Дисней признает важность работы с сообществами и людьми с разных островов в процессе создания фильма. Мы ездили на Таити, Море, Самоа и Фиджи, проникая в культуру, традиции островов и их народов. Мы рассказывали истории о наших предках, которые были лучшими в мире навигаторами. Полинезийцы были народом мореплавателей.
Если вы проедете по морским дорогам наших предков, вы удивитесь бесконечности просторов, которые они проходили. Мы были на Фиджи, и археолог Мата показал нам весельные лодки, на которых они путешествовали по Тихому океану. И мы отправились в плавание с Энджелом, мореплавателем с Фиджи. Мы очень уважаем природу, а природа начинается с океана. Именно океан дает жизнь Земле. Мы никогда не забываем про океан. Мы поняли, как важен для них океан. Так родилась идея сделать океан одним из персонажей фильма. Создатели фильма прониклись этой любовью к морю и удивительному наследию морепроходцев. Создавая музыку для фильма вместе с Апитая и Марком Манчино, мы черпали вдохновение из островной культуры. Своеобразность этой музыки привела к созданию, как мне кажется, интересной партитуры. Вся команда проделала потрясающую работу, сотрудничая с разными людьми из Океании, и создала фантастическую сказку. Это впечатляет. Мне нравится то, что отмечена наша история, что показаны наши традиции. Я с Гавайских островов и очень горжусь работой над фильмом. Это возможность показать миру мою культуру. Думаю, получился необычайный фильм. Дисней представляет Моана. Мауи, многоликий, полубог ветров и морей. Я, Моана из... Герой молодых людей. Что? Точнее, Мауи, многоликий, полубог ветров и морей, герой молодых людей. Я перебил, извини. Продолжай. Вперед. Я, Моана... Извини, прости. И девушек, мужчин и женщин. Всех. Вообще. Не только для парней. Не, Мауи, герой для всех. Продолжай. Что? Нет, я здесь, чтобы... Ну, конечно, да. Мауи всегда рад угодить своим почитателям. Мы берем птичку и чирикаем. А? Знаю, не каждый день ты видишь своего героя. Для меня ты точно не герой. И я пришла не весло подписать. Пора мне возложить камень на гору. Ну ладно, тогда ступай туда и клади свой камень. Почему ты меня не отговариваешь? Ты сказала, что хочешь этого. Так и есть. Когда я умру, я вернусь одной из них. Или я выбрала не ту тату. Почему ты всегда чудишь? Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа. Если хочешь что-то мне сказать, просто скажи. Ты хочешь что-то мне сказать? А ты хочешь что-то услышать? Привет, я Зина Куприянович. Я озвучила главную героиню анимационного приключения Disney Moana. Я Моана из Мотонуи. Я Григорий Сиатвинда. Мне посчастливилось озвучить Мауи. Точнее, Мауи, многоликий полубог ветров и морей, герой молодых людей. Я Юлиана Караулова, и я озвучила Сину. Я перебил, извини. Я Денис Клявер. С огромным удовольствием имел честь озвучить вождя Туи. Продолжай. Вперед. Меня зовут Илья Лагутенко. Я озвучиваю роль краба Томатоа. Что это у нас здесь? Меня зовут Мария Мирабова. Я озвучивала бабушку Талу. Почему ты всегда чудишь? Я деревенская сумасшедшая. Это моя работа. У меня было такое ощущение, что это мастер Йода. Вот так. Это бабушка мастер Йода. Так и есть. Эта история основана на полинезийской легенде. Боги подарили мне! Это Мауи, человек, который украл сердце Тафити. Ее сердце обладало величайшим даром. Оно могло создавать жизнь. Ты возьмешь и вернешь сердце. Он полубог. Этим все сказано. Он даже и не совсем человек. Мауи, ты самый лучший. Моана очень хочет отправиться в плавание, в океан.
А Сина ей говорит, что это неправильно, невозможно, и что твой отец не отпускает тебя не потому, что он тебя не понимает или не любит, а потому, что он действительно за тебя переживает. При этом он вождь, такой большой, сильный, очень сентиментальный, очень ответственный, может быть, страшно злым, но при этом потом сам переживает за свои поступки. Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует. Счастливо оставаться! Полный! Вперед! Нет! Стой! Муана... Весь мультфильм путешествовала, и во время того, как она путешествовала, она пела песни про это. Мы поем все вместе про кокосы, которые у нас есть, что это дар богов. Спасибо, спасибо. Он еще и поет, зараза. Это для меня тоже был новый шаг. Героем стать хотел, и я им стал. Но надо отдать ему должное, больше он этого не делал. Он вначале спел, и все. Мауи, брат. Ты дерзай, дерзай. Для меня это, конечно, вызывает определенный свой профессиональный интерес. Мы берем птичку и чирикаем. Если честно, я думала, что все намного проще. Да, не верится, что ты сказала это отцу. Прямо в лицо. Отец сердится, потому что и он был такой. Я тут никого не изображал, я был самим собой. Придет время... Когда ты поднимешься на эту гору, и в тот день, когда возложишь свой камень, этот остров станет ближе к небу. Это настолько увлекло меня, вообще весь этот процесс. А ты хочешь что-то услышать? Вообще мультик будет очень, мне кажется, красивый и великолепный. Все очень круто нарисовано, особенно океан. Иногда смотришь на какие-то кадры океана, природы, и не веришь, что это мультик. Я уверен, что это будет мега-хит. Не верите? Да что ж это? Дорогие зрители, всех нас с вами 1 декабря ждет фантастическая премьера мультфильма «Моана». 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 Вас ждут не только яркие тропические краски, но и обилие морепродукта. Вы получите удовольствие, обещаю. Ждем. Яху! Дисней представляет «Моана» в кино с 1 декабря в 3D.